Добрый день, дорогие друзья! Показываю вам нашу работу. Яйцо пасхальное в винтажном стиле. Посмотрите, какую мы придумали корону. Посмотрите, какая корона. Огромная, красивая. И само яйцо на подставочке. Вот на такой тоже красивой подставочке получилось. Вот это уже окончательная работа. Но самое интересное, как дети старались и делали вот эту корону. Не правда ли? Замечательно получилось. Конечно, работа очень изысканная, и делать ее очень сложно, потому что маленькие детали, потому что приклеить очень трудно было все эти детальки. Но ребята справились, они молодцы. Смотрите, как красиво все получилось. Молодцы, ребятки. Эта работа пойдет на выставку. Вот такое замечательное пасхальное яйцо у нас получилось. В винтажном стиле. Яйцо Фаберже.